это уже жесть, блин. Да ладно, это реально люди, а не манекены. Так, там сзади что-то за звук был. Опа. Да ладно. Какого черта? Не понял, а он? О, черт! Что ж так сразу-то? О, черт! Иди давай! И куда? Офигеть! Ха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Черт, я в ловушке. В ловушке. Или нет? Давай лезь! Но... Давай, 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 давай. Поднажми, Себастьян, но. Жесть. Твою мать. Что это за хрень? Что ж так сразу-то в самом начале-то? Ай, чёрт. Слушай, не делай так больше, а, ладно? У меня уже кирпичи валятся. Так, кажется, оторвался. Да ну! Да ты просто издеваешься! Иди давай! А там еще кто впереди? Да что за жизнь? Нет! Нет! Так, ладно. Что за хрень тут творится? Так, автовосстановление здоровья. Когда уровень вашего здоровья падает до критического, шкала здоровья становится красной. В этом случае здоровье автоматически немного восстанавливается до определенного значения. Восстановление пойдет быстрее, если вы будете неподвижны, поэтому постарайтесь найти укрытие, где можно спрятаться и восстановить здоровье. Так, теперь у нас есть ножик. Отлично. Конечно,
Начало жесткое. Но я предполагал, что должно что-то случиться, так как слишком тихо было. Куда меня занесло? Шприцы. Неизвестно, что за лекарства в этих шприцах, но они частично восстанавливают здоровье. Так. Давайте. Сразу используем. Отлично. Можно здесь открыть, и можно здесь открыть. Дневник в заброшенном доме. Почерк в дневнике аккуратный и четкий. Последняя запись. Мне только что позвонили. Теперь я знаю причину всего этого дерьма, что творится здесь в последние дни. Это худший из возможных сценариев, но, по крайней мере, мне больше не надо притворяться. Те существа — это обратившиеся. Их уже поздно спасать. Пора заняться тем, чему меня учили. Да, сжалится над ним... Да сжалится над ними Господь. И надо мной тоже. Добавлен документ для его просмотра, нажмите Tab. Понятно. Опа-на. Вот бы ты мне раньше попался. Может, это нужное место? Лили, надеюсь, ты здесь. Фото семьи Кастелланос. Это фотография, я думал, она сгорела при пожаре. Помню, как мы сделали этот снимок. А от Лили пахло сахарной ватой. Мира была еще красивее, чем обычно. Love you, Daddy. Daddy. Люблю тебя, папочка, написано было. Во что же я впутался? Кидман. Себастьян, где ты был? Мы потеряли тебя. Без понятия. Но это ни хрена не мирный городок. Здесь творится что-то неладное, Кидман. Бейкер мертв. Вокруг бродит убийца. И все это очень напоминает то, что происходило в маяке. Во что ты меня втравила на этот раз? Ничего не известно. Бейкер был командиром группы. Если он погиб, страшно подумать, что с остальными. Продолжай поиски. Чем больше я узнаю, тем лучше смогу помочь. Да, конечно. Так, получите следующие предметы из набора The Last Change Pack. Автоматический пистолет, 50 единиц пороха, 100 деталей оружия, одна особая деталь оружия, одна аптечка. И 5 единиц травы. Вот, это все этот набор. Получают его те, кто сделал предзаказ. Так, автоматический пистолет. Этот автоматический пистолет стреляет очередями по 3 выстрела и наносит больше урона, чем полуавтоматический пистолет, хотя в нем и используются такие же боеприпасы. Порох. Взрывная смесь из селитры, серы и угля, которые используются в патронах. Прошло 12 веков, а он все так же эффективен. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Особые детали оружия. Это компоненты более высокого качества, чем стандартные детали оружия. Их можно использовать для разблокирования улучшения для оружия. Детали оружия. Различные полезные компоненты, которые используются на верстаках для улучшения оружия. Аптечка. Содержит препарат, восстанавливающий умеренное количество здоровья. Лучше, чем шприц. Аптечки можно изготавливать из трав.
Трава. Растение с лечебными свойствами. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Я смотрю, ввели траву, как и в Resident Evil. Так, и где же наш сменитип? Вот он. Давайте-ка. Так. Давайте на единицу поставим. Это здорово. У нас есть крутая пушка. Что здесь у нас есть? О, бедный сукин сын. Бросили здесь гнить. Не волнуйся, Себастьян. Это просто маленький тихий городок. Ага. Слишком тихий. Надо есть. Ешь. Привет. Эй! Неужели не слышала? Надо проверить. Здрасте! Кожа до кости. Ешь. Надо есть. Доедай. Надо есть. Кожа до кости. Я сказала, ешь! Вот так. Господи. Вот черт. Да ладно, еще ломится. Ну привет. Ух ты! Нифига себе он так. Так, я думаю, открывать мы не будем больше. Фиг надо. Ну вот это жесть, конечно. Так, телек. Что наверх?
Патроны, отлично. Что вы хотите сказать? Мне все равно к нему надо, что ли? Ладно, вышибем дверь. Держи. Вот, вали туда. Добавлю новый раздел обучения. Левая кнопка мыши, атака ближнего боя, разбить ящики, нанести небольшой урон. Эти ящики не разбиваешь, что ли? Порох. Взяли порох. Забраться можно на машину. Я так понимаю, это если от этих уродов убегать. Добро пожаловать в Юнион, написано. Мы рады, что вы здесь, что-то типа того. Это еще что? Так, давайте посмотрим, что здесь. Радует то, что выносливость не так быстро кончается, как в первой части. Кто-то из них уцелел. Плохо. Эти твари буквально повсюду. Так, вот это уже. Надо отвести из парня информацию. Следуйте за убегающим сотрудником Мёбиуса. Скрытность и скрытое убийство. Так, действовать скрытно. Враги особенно чувствительны к шуму. Перемещаясь скрытно, вы приглушаете звук своих шагов. F. Нападаете сзади на врагов, которые вас услышали. Так. Эта тварь у нас убежала. Так, нафиг мне фонарик. Что-то лежит. Бутылки. Как и в первой части. Понятно. Брошенная бутылка может отвлечь врага шумом. Бутылку можно использовать из инвентаря, нажав среднюю кнопку мыши. Если приобретен навык удар бутылкой, то с помощью бутылки можно вырваться из захвата врага. Начиная новую игру на уровне сложности прогулка, вы будете сразу владеть этим навыком. Понятно.
6. Давайте, нам надо пробраться туда, в дом. Еще одна. Еще одна бутылка. Так, как бы так сделать, чтобы... Давайте-ка этого уберем сначала. Черт! Ух ты! Ай-яй-яй-яй-яй. Да отвали ты от двери. Блин. Я-я-я, успею, успею, нет? Вашу мать. Вот так. Надеюсь, выдержит. Отлично, пороха взяли. Не подходи ближе! Ладно, успокойся. Не стреляй. Я тебя не трону. Видишь? Можешь опустить пушку. Я на твоей стороне. Ты не из Мёбиуса. Хоть ты и не из этих тварей, но... Это еще не значит, что ты на моей стороне. Верно. Я не из Мёбиуса. Но это они меня прислали. Ты видел тварей снаружи? Что они могут? Да, видел. Тебе повезло, твой напарник пожертвовал собой, чтобы ты мог удрать. Не напарник. Он был из службы безопасности Юниона. И защищать меня его работа. А моя работа — починить систему.
Мне не платят за то, чтобы я тут сдох. Я не солдат. Я техник. Я знаю. Стой! Стрелять буду! Солдат снял бы с предохранителя. Говорю же, мы на одной стороне. Попробуем еще раз. Я Себастьян Кастелланос. Я О'Нил. Лиам О'Нил.